цель нашей армии. А сами не можем вести их в Украине. Видите, какие события сейчас происходят. Количество 20 тысяч людей. Например, 13 патрулей. Отойди, отойди дальше, выйди, да. Отойдите, я подбуду старше, но не дали. Да я тебе плачу покупать. Сегодня еще подошли по два банка, из-за которых наварили ежей, заверили входа, залили стикерами, залили кровью. И вот такой перформанс сделали. Надеюсь, уже в ближайшее время мы увидим результаты. Надеюсь, люди пойдут забирать свои деньги с банка оккупанта. И блогер тоже.